От аппетитных школьных блюд дети не отрываются ни на секунду. Сегодня на завтрак запеканка царская, бутерброд с маслом и чай с сахаром. А на обед жаркое по-домашнему, огурцы и компот. Разнообразное меню ребятам очень нравится. Все вкусное, все блюда вкусные. Мое любимое блюдо – это запеканка или макароны. Мне очень нравится, нас кормят вкусно. Больше всего нравится мне макароны с котлетой. Также мне нравится запеканка с сгущенкой. И особенно нравится, когда дают йогурт. Сытые и довольные ребята – залог успеха столовой 7-й школы Тобольска. Заведующая производством Наргиза Базурова одержала победу в профессиональном конкурсе поваров школы детсадов, организованном Тобольским многопрофильным техникумом. Они проверяли, как мы готовим, и строго по техкартам. Именно этот критерий был основным, ведь все школы готовят блюда по технологическим картам, которые разработаны детскими диетологами. Исходя из этого документа, меню должно быть цикличным. В неделю 5 дней мы делаем картофельное пюре обязательно, макароны, гречка обязательно, по гарнирам рис. Вторая неделя пошла там обязательно по понедельникам мы варим каши. Каши тоже не повторяются, крупы там разные, например, пшеничная, овсяная каша, пшенная каша. Во всех образовательных учреждениях Тобольска организован родительский контроль за качеством питания. В 7-й школе он проводится очно, дистанционно. Родители бывает раз в месяц, бывает чаще. То есть мы двигаемся от пожелания родителей. Они приходят в нашу школу, они наблюдают очно, как накрывается, как дети питаются. Если есть желание, то они могут точно так же и пообедать в нашей школе. Ну а дистанционный вариант – это именно с помощью социальных сетей. В конце месяца по специальному QR-коду и родители, и дети могут оценить качество блюд, и причем анонимно оставить свой отзыв или пожелание. Для нас очень огромная гордость, когда наши детки выходят из-за стола с пустыми тарелками и говорят нам огромное спасибо. Есть надо медленно, тщательно пережевывая пищу. В этом случае вы съедите меньше, и желудок быстрее насытится. Привычки правильного питания формируют у детей на специальных уроках, где вместо оценок – полезные угощения. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время.